Когда я читаю стихи Есенина, у меня возникает такое чувство, что как будто бы я соприкасаюсь с какой-то необыкновенно красивой, нежной музыкой. Причем не просто нежной, нежной русской музыкой. Сколько в них сердца, сколько души, сколько в ней русского, замечательного нашего. Это величайший поэт. И я, конечно, преклоняюсь и буду преклоняться всегда перед Есениным. Запели тесаные дроги, бегут равнины и кусты, опять часовни на дороге и поминальные кресты. Опять я теплой грустью болен от овсяного ветерка, и на известку колоколен невольно крестится рука. О, Русь! Малиновое поле и синь, упавшая в реку. Люблю до радости и боли твою озерную тоску. Холодной скорби не измерить, ты на туманном берегу, но не любить тебя, не верить я научиться не могу. И не отдам я эти цепи, и не расстанусь с долгим сном, когда звенят родные степи молитвословным ковылем. Из персидских мотивов. Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной Лалы по-персидски нежное люблю? Я спросил сегодня у менялы,
легче ветра, тише ванских струй. Как назвать мне для прекрасной Лалы слово ласковое «поцелуй»? И еще спросил я у Менялы, в сердце робость глубже притая, как сказать мне для прекрасной Лалы, как сказать ей, что она моя? И ответил мне Меняла кратко: о любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названия не имеет, поцелуй не надпись на гробах, красной розой поцелуи веют, лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, с нею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывали черную чадру. Если б мне всемогущество было дано, я бы небо такое не сринул давно.